Сотрудники отдела уголовного розыска межмуниципального управления МВД России Люберецкое задержали двоих мужчин, подозреваемых в хулиганстве. В ночное время рядом с магазином на улице воинов-интернационалистов между злоумышленниками и жителем Москвы произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Правонарушители нанесли гражданину телесные повреждения и скрылись. Сотрудники полиции задержали мужчин по месту временного проживания. Ими оказались двое уроженцев Северокавказского федерального округа. За что задержаны? Как мне объяснили, статья 213, часть была хулиганство. Что вы совершили? Подрался. С кем, знаете? Нет. Раскаиваетесь? Да. Что произошло? С кем вы подрались? Вы знаете этих людей? Не знаю. А при каких обстоятельствах вы подрались? Мы были в магазин, зашли в магазин, они были с братом, словесно, прорекалка. Брат вышел, я потом за ним. Они начали мухаться. Люберецким городским судом задержанным избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.